самоустранение личности автора, малейший вот. Вот ты его полюбил, да, Бога Николай Васильевич, который, да, вы знаете, категорически запрещал иллюстрировать свои произведения. Не дай Бог, а вдруг чего не так. Вот это как раз та самая история. То есть, типографа вообще не существует, есть только знание, сообщение в его незамутненном, чистом, исходном виде, да, никаких посторонних примесей. Это традиционализм. Вот он модернизм, да? Машинная типографика. Нас вообще не волнует, замутился смысл, не замутился, и был ли вообще какой-то смысл до того, как мы начали над этим работать. Ведь, ну, вспомните себя и посмотрите на иные работы, да, вот эта вот буйная, активная типографика. И часто она приходит нам на выдержку, когда нужно каким-то образом скрыть отсутствие, ну, исходного смысла сообщения. Ну, всякое же бывает, да, а деньги будут плочены, и, в общем, надо же что-то повесить. Тогда вот как раз начинается вот эта кинематика. Да, и третья история, вот эта самая среда, это барокко. При том, что осознанно-то оно оказалось гораздо позже, реально. Уже в 20 веке люди стали использовать то, что ребята, в общем-то, придумали и написали в 17-м. Но это, что ни на есть, вот оно, знаете, то есть вот, допустим, собор Святого Петра в Риме, и вот этот лифт, да, с коммуникационной точки зрения, это абсолютно одно и то же, идентичный объект. Ну, позади побольше, вы поменьше. Это распространить, эффект будет тот, да? Давай, 5 минут.